arms tonight. I'm bringing third world to life as I walk on water through walls of light. You heard the king as the urchins sing. Revenge so. The Brigmars were an ancient family, bankrupted a generation ago. Since then, the manor has housed two street gangs, a smuggling ring, innumerable rats, and the Brigmore witches. I'd always left them alone, but now a painter named Delilah had taken up witchcraft and formed a coven. She was trying something, a ritual, but what kind? The outsider knows. I cannot abide a mystery. I scouted, sir. They've locked the front, and I've seen evidence of snares. Also, maybe it's nothing, but I spotted several statues of the woman Delilah. I don't know what it means, but I thought it was worth mentioning. It means trouble. Anything else? They're getting in and out of the house somehow, but I haven't spotted it. Sorry, sir. Best I can do. Good enough. I'll take it from here. Что ж, ребят, всем привет, с вами снова я, Артём, и мы с вами продолжаем проходить Dishonored The Brigmore Witches, в общем, Брикморские ведьмы. И у нас, в общем, последняя уже миссия этого сие дополнения под названием, если, в общем-то, его переводить правильно, то переводится, в общем, она как особняк Брикморов. Если ее переводить неправильно, то она, как бы, как ее именно у нас перевели, она переводится как «Замысел Далилы» каким-то, в общем-то, не знаю, боком. «Миссия The Brigmore Manor», она как так, да, по-моему, читается, в общем-то, в этом, да, в оригинале. Она почему-то стала замыслом, замыслом Далилы, вот именно в нашем, как бы, дубляже. Ну, в общем, не особо это прям важно. Здесь у нас... довольно мало монет, то есть здесь у нас их 2030, насколько я помню. Так-то по сравнению как вот с прошлыми, не знаю, еще да, вот в первой миссии было мало монет. Вот, а так это такая самая на самом деле не монетная миссия, одна из, по крайней мере, в этом DLC. По рунам здесь у нас их, в общем-то, 4 штуки. И еще есть как бы 4 обычных амулета и еще плюс 3 оскверненных. Ну и здесь, в общем-то, я, естественно, решил уже прям погулять конкретно в плане убийств врагов. В общем-то, когда нам нужно было... В общем-то, как вы знаете, я тут хотел пройти на эту, на как бы на плохую концовку, чтобы она с нашим прохождением Dishonored, именно первая часть, состыковывалась. Поэтому тут нужно было прямо всех вообще очень так сильно всех рубить. Ну, соответственно, игра мне эту плохую концовку дала. Ну, а так мы сейчас, в общем, будем потихоньку проникать в этот особняк Бригморов. Так, хрустак. Нам, кстати, нужно вот этих вот хрустаков убивать, потому что здесь, опять же, есть этот рецепт ветоши. И для него нужен, по-моему, 3 хрустаков завалить. Так, если там почитать... и рецепт. И, соответственно, их, по-моему, нужно выпить с водой, которая, в общем-то, из крана на заднем дворе усадьбы этой всей Бригморов. Так, здесь у нас еще 2 хрустака. Собственно говоря, вот мы уже 3 завалили. И здесь мы сейчас используем этого нашего ассасина. Он нам, скажем так, чуть-чуть поможет. Ну, конечно, основную работу мы сами сделаем. Я, конечно, не знаю, чем отличается, по идее, вот этот вот ассасин на первом уровне, тип, насколько я знаю, более слабый, да?
В чем это заключается, если честно, я как-то не понимаю. То есть в том, что, ну, не знаю, там потупее немного, в том, что у него, не знаю, там здоровье поменьше. Как, в чем именно его слабость заключается? Или то, что типа он может там вот этот Assassin Master, он именно может какие-то там умения крутые использовать. Или это вообще отдельной ветки качается. Так, все, мы тут всех завалили во дворике. Здесь у нас еще есть проволока медная. Да, про дополнение я хочу сказать сразу, мне они оба два понравились. Вот что Knife of Dunwall, что этот вот самый Brigmore Witches. По поводу того, что мы будем дальше делать, с Dishonored, вообще, с, собственно говоря, с серией, я, наверное, еще выскажусь, соответственно, в конце. В общем, там у нас будут титры, там мы про много чего поговорим. Я так надеюсь. Так что такие дела. Я тут особо, естественно, ману не щадил, потому что, как бы, уже как бы финал, что ее щадить. Но, правда, я должен сказать что-то, что в особняке самом там будет одна комната, где очень нам так актуально будет мана. Все прям просто так юзать я вам лично не рекомендую. Может даже не хватить. Тогда, господи, ты попади ты уже. Ты еще и упал, ну ты молодец, конечно. Катушка медная. И здесь у нас есть вторая руна. Тут вот в сейфе она лежит в открытом. Здесь вот. И вот так мы эту забираем. Оп. Что? Еще желающие есть? Одну, по крайней мере, еще. Так. И сейчас мы с вами уже найдем этот самый рецепт ветоши. Который, в общем, по-моему, она за все эти рецепты свою руну дает, да? Поскольку я так вспоминаю, по-моему, да. И да, я, кстати, по поводу этого самого четвертого избранного. Помните, я вам в прошлой части говорил, то, что четвертый как-то непонятно это кто? Это, по идее, насколько я лично понимаю, это сама по себе вот эта вот ветошь. То есть как один из вариантов. Потому что она как-то очень подозрительно как бы владеет вот этими всеми рунами. Возможно, это как раз-таки вот она и есть. Вот по поводу вот этого четвертого избранного. Конечно, то, что, возможно, им является, грубо говоря, чужой, это как бы тоже, да, вариант. Но, не знаю, как мне кажется, это такая себе теория, потому что как бы чужой, он, собственно говоря, выбирает этих самых избранных. Вот, ну и плюс, как бы, у Ветоши, у нее, как вы помните, когда мы с ней, в общем-то, это, ее квест выполняли в оригинальном Dishonored, у нее там это прям святилище было чужого. То есть это там в подвале где-то там у нее. Так что особо ничего в этом удивительного нет. Как-то все более-менее складывается в этом плане, в этом смысле. Так, ну и вот здесь вот у нас, да, находится этот самый рецепт ветоши, который мы сейчас с вами сделаем, естественно. Вот, три жемчужины уже у нас есть. И, собственно говоря, нужно вот их проглотить с водой из Бригморского края, из Бригморского крана, который мы, соответственно, найдем сейчас вот здесь вот в заднем дворике с вами. Еще одного ассасина заюзаем. Мне вот еще хочется сказать ассасин, как-то так вот. Потому что ассасин просто.
еще, конечно, очень помогают вот эти вот разрывные наши болты. Конечно, прицелиться сложно, особенно на расстоянии. Но они довольно хорошо помогают. Они вообще ваншотят. Эти манеры очень хороши. Так, здесь у нас яблоко, этот дротик, ворвань. И еще у нас вот тут вот есть кое-чего, вот в этом вот домике. И вот так вот. Запрыгиваем наверх и сейчас пойдем к месту, где вот этот вот бригморский кран есть. Еще одного хрустака. Убиваем. Так, у тебя монетки. Здесь еще, кстати, да, есть этот ключ от от склепа Бригморов. Вот его тоже не забудьте взять. Вот здесь он находится. Ну, в общем, да, мы с вами будем через склеп как раз проникать в этот манор, в этот особняк. И еще мы тут сейчас чуть-чуть по дворику, поэтому по заднему погуляем, еще тут много чего пособираем. Тут у нас, например, руда. Здесь, по-моему, еще где-то лежит монетка. Вот тут вот, да? Да. И здесь еще есть у нас место с катушкой. Где-то оно тут вот вообще в дебрях. Таких вот. У водопада мы сейчас находим дворецкого. Этот плохой дворецкий, да, вот слуга. Так, и здесь у нас есть наверху еще первый, кстати, да, амулет. Этот нормальный. То есть, который не оскверненный. Находится он у нас вот здесь вот. Тут вот на стульчике лежит. Так, ну и все. Давайте тогда дальше проникать в этот в особняк сам по себе. Сейчас тут нужно... Не получилось аккуратно. И сейчас через кладбище, куда мы завалимся, в этот особняк. Еще, кстати, да, мы сейчас тут пособираем эти самые эликсиры Пьера. Потому что они нам там будут нужны. Здесь у нас вообще есть их 3, по-моему, насколько я так помню, эликсира. Вот нам желательно их все сейчас забрать тут, потому что без них будет там, конечно, нам довольно худо. Собаку. Уничтожаем этого волкодава. В смысле? Nothing, так. Да, никого нет. Успокойся, все. У нас их, да, сейчас 6, но чем их, короче, у нас больше будет, когда мы пойдем в особняк, тем нам, на самом деле, будет лучше. Что в особняке там ведьм довольно много находится. И вот здесь у нас, да, вот первый эликсир. Этот, ну, в смысле, бальзам Пьера. Я его так, это для упрощения буду
эликсирами называть, потому что я уже как-то привык, эти вот целебные, собственно говоря, они же у нас, да, эликсиры. Я их уже, в общем, привык так называть. Так, здесь у нас есть один внизу, эликсир вот тут, и еще один наверху, и вот здесь вот. И, собственно, в дом. Сейчас прям можем через забор. Здесь у нас, правда, есть растяжка, но мы ее уже обезвредили. Соответственно, она нас никак не тронет. И, собственно говоря, идем в этот... в гробницу саму по себе. Здесь, правда, крыс полно. Но для них у нас гранаты есть. Так, тут растяжка. Аккуратно. Все. Здесь у нас есть еще один амулет обычный. Это, кстати, последний амулет, который вот мы во дворе находим. Конечно, страшная, Далила. Прям не могу. Вот, да, 1012 у меня сейчас монеток. В общем, короче, я тут все собрал. Я не помню, правда, сколько здесь у нас монеток, как бы, если не считать именно монетки, которые мы притащили с прошлой миссии. Но я точно помню, что я тут, в принципе, все собрал. То есть вот именно в этой, в первой, как бы, на первой карте. Вот все у нас тут есть. Нет, как-то хочу тебя обрадовать, Даут. Есть, конечно, места и похуже, чем этот, чем твой затопленный квартал. И вот здесь вот я чуть-чуть забыл про вот эту вот соль, которая лежит на вот это вот на комоде, как не знаю, на шкафу даже, по идее, на который ты сейчас залез. Я ее забыл подобрать. И, короче, я ее подобрал только под конец. На самом деле я довольно сильно нервничал, потому что я не понимал просто, чего я забыл, как бы, под конец. А, соответственно, оказалось, что забыл я именно вот эту соль. Здесь у нас еще ворвань лежит. И здесь у нас довольно много будет сейчас ведьм. Я думаю, сейчас мы даже этого ассасина себе вызовем. С ним вместе будем их всех тут раз раскошмаривать. Здесь у нас их прям просто... просто куча. Конечно, зря на самом деле, я думаю, ассасина купил, потому что это можно было, по идее, только в недавнее время обойтись. Ну хотя он так, это тоже неплохо, себе внимание это отвлекает их. Так-то. Вот, все, хорошо. Так, теперь запрыгиваем мы вот сюда вот, наверх. Тут у нас, по-моему, пятерка лежит, да. И сейчас пойдем к картине Далилы, чтобы там получить эту еще одну миссию. Соответственно, дальше мы пойдем уже в другую часть этого особняка. Тут у нас еще травы целебные. Здесь еще, кстати, да, вот не забудьте обезвредить. Здесь по бокам есть эти... собственно говоря, растяжки, ну, в смысле это, ловушки, вот, и я на ней, на самом деле, подорвусь. То есть вот сейчас вот, когда я буду отсюда выходить, не забудьте их обезвредить. Вот когда именно сюда заходите, там они две, они как бы по краям комнаты, и они, соответственно, нацелены. То есть одна, как бы, на бочку, которая под второй, вторая на бочку, которая под первой. Как-то так вот все. И тут я потерял слегка здоровье, как вы видите. Но хорошо то, что живучесть все-таки это выручила в этом плане. Так, запрыгаем сюда наверх. Тут у нас
эликсирчик скалового. И здесь у нас еще монетки. Тут вот. Здесь у нас еще, кстати, есть досмотритель. Один из. Так. Это. Дырочка. Может, случайно не упадите. Вниз. Здесь у нас есть, по-моему, три ведьмы. Сколько я так помню. Так, да, вот одна внизу и две еще наверху есть. Там у нас, да, кстати, последняя руна наверху. И предпоследний этот амулет обычный. Все. Завалили. Так, тут эликсир. Мина оглушающая. Вот тут у нас руны и этот бальзам Пьеро. Пьера, в смысле. Я вот его постоянно, на самом деле, буду, наверное, Пьеро называть иногда. Потому что как-то сразу такое именно ударение в голову лезет. Что-то не знаю почему. Но я вот такой вот. И, собственно говоря, вот у нас, да, два последних амулета. Собственно говоря, обычный и этот, и оскверненный. Соответственно, тут у нас обычный. И там дальше у нас еще есть оскверненный. Так, смотрите, завалили. И тут у нас еще вот, да, последний амулет на этой, в этой миссии. Соответственно, он у нас оскверненный, как вы понимаете. Еще 150 монеток. Так, тут у нас эти собачки еще ходят. Так, обезвредим ловушку. Тут у нас еще перышки. King Sparrow. Ой, прикольно, на самом деле, если бы они, не знаю, сделают, возможно, какое-нибудь дополнение. Не знаю, возможно, даже ко второй части, вот именно про King Sparrow. Каких-нибудь, да, вот именно. Такое вот что-нибудь. Тут у нас дневник Далилы. Делайла, в смысле. Никакая она не Далила на самом деле. Это у нас ее, в общем-то, да, опять же, так перевели. Как Далила. Так, здесь у нас монетки. Здесь у нас еще монетки. Так. Вроде всех тут завалили. Тут у нас катушка. И здесь у нас... Успокойся. И здесь у нас есть еще целебные травы. Тут у нас внизу три этих трепсины. Говоря, сверху мы их из арбалета укашиваем, и видите, то есть, да, у меня 2042 монетки, но на самом деле к этому моменту у нас должно быть 2072 монетки. То есть, соответственно, я где-то 30 монеток пропустил. Вот, я, естественно, пошел обратным ходом все тут просматривать. И оказалось, что я пропустил как раз-таки вот те монетки, которые за сбор этих самых солей. Соли для ван у нас были, помните, да, я там говорил, пропустил тут, в общем, в самом начале. Вот, но, в общем, также я вернулся. Там, да, если вы просто вниз прыгиваете, перед вами просто будет дверь, а ключик от нее, соответственно, будет слева. То есть вы его там подбираете, вы уходите вот здесь вот. То есть это как противоположный вход, как бы вот этому.
То есть это просто противоположные двери вот дверям, через которые я вот сейчас именно вошел. То есть вы их так как бы открываете. И сейчас мы пойдем уже к Далиле, соответственно. У нас еще, в общем-то, только она осталась. Как последний босс, типа того. Нам сейчас чужой будет много чего говорить. Который аутсайдер. Который не здешний. И как-то так его, наверное, правильнее опять же переводить. You have many talents, Dowd, and they've served you. Delilah's talents are quite different. She creates images, but she does more. She captures spirit. She insinuates her will into her subject, whatever it is. We're witnessing her masterpiece, and perhaps yours as well. You see it now. Emily's life hangs in the balance, and Delilah's, and the fate of an empire. The end is coming, and it's been glorious to watch you throw your will against the machinery you set into motion. All things end. All things burn to ash. But you, my friend, burn bright. Ну, Далила, давай встречай меня. The void. Time to see what you've really got, Delilah. На самом деле очень хорошо то, что у нас осталось еще этой маны. Потому что это нам, короче, очень сильно поможет именно в битве с ней. С Далилой. С Делайлой, в смысле, да. Я уж просто, знаете, когда вот этого всего наслушаешься, то, что именно переводит как Далилу. Естественно, как бы сам тоже невольно начинаешь так же говорить. Ну и, собственно говоря, с ней довольно простая тактика, то есть это замедляем время и, соответственно, ищем ее клона. Соответственно, вот у нас клон первый. Клон сейчас у нас будет второй. Вот так вот. И еще одна где-то. Так, вот все вижу. И, собственно говоря, клон третий. И вот такие вот дела. Сейчас у нас будет... нет, не сейчас у нас будет. В общем, сейчас мы, когда с ней разберемся, у нас будет этот... финальная заставка. Вот, я, наверное, тогда замолчу. Поговорим с вами, в общем, до титров. Соответственно, по поводу того, чем мы будем дальше проходить. Всякого общего такого. Так, ну. No. Все, готово. Делайла наша. Ну, собственно говоря, да, такая у нас статистика. Хаос в мире все-таки, да, как видите, выше уровень я выбил. Именно под эту миссию. Вот, в общем-то, да, у нас все найдено. Как бы показываем то, что у нас хаос в мире высокий. И, собственно говоря, смотрим финал. No one will ever know exactly what it took to save Emily Caldwin from a living death as Delilah's puppet. No one except the outsider, who watches everything and... thinks his own dark thoughts and speaks to few in any generation.
I've learned that our choices always matter. To someone. Somewhere. And sooner or later, in ways we can't always fathom, the consequences come back to us. I came from Cirkonos to Dunwall as a boy. Made my living as a killer. One of the few who've heard the outsider's voice. I murdered an empress, but saved her daughter, who will one day rule the empire. Those were my choices. I'm ready for what comes. I have one more surprise for you. I ask for my life. When I killed your empress and took her daughter, something broke inside me. Now I want nothing but to leave this city and fade from the memory of those who reside here. I've had enough killing. So my life is in your hands. Make your choice. You make an eloquent plea for a man with innocent blood on his hands. It's a shame Corvo doesn't know the real story, isn't it? How Dowd, the legendary assassin, spent his last days doing whatever it took to save Emily Caldwin. Defied the keepers of Coldridge Prison, faced down gang leaders and the terrors of Brigmore Manor. And with the end coming, you cut a savage swath through Dunwall, blood and terror for the fate of the Empire. A story never to be told. And you leave the ending up to Corvo. That's courage. You make your own choice and accept the price. Ну, в общем, ребят, такие вот дела. В общем, закончили мы с прохождением обоих двух DLC к первой части Dishonored. По поводу того, что, в общем-то, да, понравились ли они мне или не понравились, мне они понравились даже больше, чем основная игра. Я, если честно, не думал даже, что такое скажу, но... Да, действительно, как-то история Дауда, она... довольно интересный, вот именно в этих DLC. Дальше, что у нас будет по поводу Dishonored, я, наверное, не знаю. Если я, конечно, в будущем захочу Dishonored, то я, соответственно, буду проходить, ну, в смысле мы с вами будем проходить смерть чужого, то есть, который это Death of the Outsider, потому что, если, опять же, да, если я захочу, то есть, по-моему, лично вот именно как раз-таки вторая часть, это как раз-таки очень хороший, не знаю, финал этой истории, как таковой. А «Смерть чужого» там, во-первых, очень много тупников в плане сюжета. А во-вторых, там как бы перевели, тоже, в общем-то, да, ужасно. Во-первых, там Дауд, по-моему, стал Даудом каким-то. Вот, по сути, вот Дауд и Дауд — это для меня лично два разных абсолютно персонажа. Вот здесь вот, по идее, в первой части у нас был... Дауд, а там у нас будет Дауд. Вот, то есть он там тоже каким-то довольно странным стал. То есть вот если тогда сравнить то, как он себя вел, по сути, вот именно вот в этих двух дополнениях и с тем, как он себя вел там, собственно говоря, вот именно «Смерть чужого», то это, не знаю, это два разных человека, вот прям вот буквально. Скорее всего, да, мы его в будущем пройдем, но не сейчас, потому что как-то я чуть-чуть хочу отдохнуть все-таки от Dishonored, отдохнуть от того, что, в общем-то, прямо от такого конкретного довольно, я бы сказал, хардкора в плане собирания всяких вещей, потому что все-таки, как я уже много-много-много раз говорил, да, Dishonored это вам не вор, не вор четвертый, в смысле, естественно, имею в виду, который там, по идее, даже уже карты есть, где что лежит, то есть в интернете их спокойно можно найти, соответственно, все это дело по ним собирать.
А Dishonored это гораздо круче, чем War. То есть здесь, конечно, очень сложно будет вот такие вот карты сделать, поэтому я так предполагаю, что их в принципе нет в интернете. А, так что такие дела. В общем, к вселенной. Вселенная мне реально очень понравилась, но как бы к смерти аутсайдера меня лично не тянет. Если честно, вот именно пока что. Возможно, конечно, в будущем я все-таки ее пройду. Проходить мы ее как будем, но в смысле это летально-нелетально, я пока не знаю. Это мы посмотрим. Там, насколько я знаю, даже системы хаоса как таковой в игре нет. То есть там, по сути, все от твоих действий, по-моему, в последней миссии зависит, собственно говоря, да, концовка. Не знаю, реально, то есть как мы ее будем проходить. Естественно, это будет прохождение на все монетки. Естественно, это будет прохождение на все собираемые предметы. Как бы, ну, как, собственно говоря, мы вот все Dishonored с вами проходили. Также я, соответственно, пройду, если, опять же говорю, пройду смерть чужого. Так что, ребят, такие дела. Вместо этого прохождения у нас уже, как бы, я знаю, что у нас будет. Я пока что это придержу в тайне. Соответственно, да, оно у нас, как обычно, выйдет в пятницу. А так, в общем, ребят, всем, что хочу сказать, на этом всем спасибо. С вами был я, Артем. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте о канале друзьям, добавляйте видео избранное, а также вступайте в наш Discord сервер. Если что, ссылка на канал и на Discord сервер, в смысле не на канал, а на группу ВК и на Discord сервер есть в описании к этому видео. Так что всем, как всегда, большое-большое за это все спасибо. Очень сильно помогаете каналу тем самым развиваться. Так что всем на этом до свидания. Всем, ребят, пока.